Кызыле готовятся к паводкам. Мэрия Кызыла начала подготовку к паводковому периоду. В период с 14 по 20 февраля на дамбу в районе Орбита завезен необходимый запас скальной породы объемом 300 кубометров для ее восстановления и ремонта при необходимости. На этой неделе проводят работы по очистке от мусора и снега водоотводной траншеи вдоль улицы 2 Азиатская протяженностью около 700 метров. На следующей неделе техникой МУБ-благоустройства планируется очистка водоотводной траншеи от мусора и снега вдоль горы Хербис протяженностью около 2000 метров.